Дом Мохаммеда Али выставлен на продажу. Бывший особняк легендарного боксера выставлен на продажу. Дом с 9 спальнями, построенный в 1916 году и в котором с 1979 и краткое по 1986 и краткое года жил легендарный американский боксер Мохаммед Али, выставлен на продажу. Объявление появилось 17 января, в день рождения Али, сообщает The Wall Street Journal. По данным журналистов, боксер купил этот дом в 1979 году и прожил в нем 7 лет. Нынешние владельцы исторического особняка, расположенного в охраняемом коттеджном городке Фримонт Плейс, приобрели дом в 2001 году, выложив за него 2,5 миллиона долларов. Продать дом они надеются за более выгодную сумму – 17 миллионов долларов. Напомним, ранее сообщалось, что Роналду потерял более 700 тысяч евро на продаже своего особняка. По материалам сайта news.com.